Вторая книга Паралипоменон, первая глава. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и сто начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кирья-Фиарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сын Оров, оставался там пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему, так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед этим народом и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону: «За то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, а также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебе, премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь — за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским.